Мы начинаем маршрут с Армата на Диф. 30 километров, 900 метров подъема. Тут уже начинаются красивые виды. Маршрут обещает быть интересным. Мы приближаемся к Армнону. Улыбайся, раскрывая скрытая камера. Налево. Потому что самое неприятное, это что там много еще. То, что налево, это... Нам туда. Что у нас здесь? Кто хочет проехать, я не возражаю, кто может, вернее. Это уже вот эта часть источника. Мы сейчас к нему подъедем. Куда нам? Вниз? Вот там, за Леней. А, ну вот плавки не взяли, ничего. А зачем нам плавки? Это, ребята, источник Эйнцур, построен во времена Ирода Великого. Это водоводный канал. Да, это типа, откуда вода берется? Вода идет. Наверное, из подземных источников, скорее всего. Совершенно верно. Самое интересное же. Ты просто не привык. Ты должен быть побольше катал. С этим защитой. Вода просто, елки-палки, смотри, какая чистенькая. Сейчас я помою. А чё? Да. Ага. У Лёни своеобразный способ умываться. Ну, чтобы руки сухие были, перчатки же одевать. Лёня, это профессионально. Ну, смотри, бывший подводник, хочется нырнуть хоть, привалить, чтобы издавнуть. Смотри, перчатки одевать на голые руки, это еще хуже. Мы хотим маршрут закончить в Зихроньяково и в одном из винных погребков. Нам не остаться. Ну, это как у кого получится. Едем? Ну, подождем всех, конечно. Едем. Где? Гранаты. Где? На дереве, на дереве. А, вот это интересно, Антон. Это гранаты, гранаты. А ну проверь их на спелость. Все еще бодренькие, полны сил. И не видят, что им предстоит впереди какая горка, а? Посмотрите только туда. Ты помнишь, мы катали там? Там, где мука. Там лучше с велосипеда не слазить. Да, 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 да. Лес Алана, мы едем на гору Харшан, это там. Очень хороший маршрут, там есть много синглов, много подъемов. И, короче говоря, очень интересно. Его стоит тоже повторить. Приезжай, да, да. До своих Европ.
Ага. Главное, что после этого еще захотелось кататься. Скажешь, да, в Израиле уже не то, да, хочу в Европу. Нет, это я в этом уверен, что в Израиле уже не то, что вообще захотелось еще ездить куда-то. Это уже не дропы называется, это просто катание. Молодежь развлекает. Я тоже не понимаю, что за ерунда, когда могут двое детей проходить. Есть ли мацлема, что мишу я сели целуми моя льда? И марацион, дави. А ты хоть гамли столе метану? Мацуян, решал лахем бемейл. Шие, Лёнь, переключать не надо, ничего. О, ребята, натренировались, накормили, тут для них вообще. Мы тут не убьемся? Не-не, тут нормально. Я последний. Я замыкающий, извините. Все выходят, да? Да. Все синглы выходят к дороге. Все синглы, которые уходят в никуда. В никуда тоже есть, да. Каждый метр приближает вас к обеду. Когда? Сейчас. Как? Еда, если конечно, не разжешься, то она не это вот. Но не надо просто много кушать. Ну да, зыву, надо просто в меру. Антон плохо изобразил. Неправда. Правее, левее. Чего не сделаешь ради хорошего снимка. Ну давай, проходи. Че ты? Я тебя не трону, не бойся. Мы сделали этот замечательный маршрут, где было все. История, синглы, чудесный лес, подъемы, спуски. Получили море удовольствия. И мы сделали. Выступи оригинальное объяснение. Да, ты же такой уже жилье по пути, да. Классно, но оно как-то слабенько муки держится. Не, наверное, что здесь никто не совсем сильно хорошо. Ну, я скучал GPS, так нет, мы же ехали по нему. По GPS-то. По нему ехали? Нет, не попали.